Вертолет не летает. Он силой подчиняет себе воздух. Это боевое оружие. Спаситель. Наиболее универсальная летающая машина из всех когда-либо созданных. Чудо инженерной мысли, способное доставить нас практически куда угодно и забрать нас оттуда живыми. Но иногда воздух наносит ответный удар. Мощный, стремительный и смертоносный. Перед вами новое поколение вертолетов, созданных для 21 века. Некоторые называют их супервертолетами. И вот один из них. Augusta Westland EH-101. Как же это механическое чудо преодолевает силу тяжести и властвует в небе? Чудеса 21 века. Уникальные вертолеты. Где-то у побережья Италии тонет человек. К нему на спасение спешит один из самых совершенных вертолетов. Augusta Westland EH-101. Он создан для таких экстренных ситуаций. Лопасти его несущего винта уникальны. Их приводят в движение три самых сложных двигателя из всех, созданных человеком. И он огромен. Почти 23 метра от носа до хвоста и 15 тонн веса. Гигант, способный удалиться в открытое море на 1450 километров, летя с максимальной скоростью в 320 километров в час. А когда он обнаружит человека, он сможет побороть ветер, скорость которого превышает 80 км в час, неподвижно зависнув в небе, экономя секунды в гонке, когда смерть держит в руках секундомер. Для эскадрона ВМФ Италии «Летающая акула» — это чрезвычайно серьезное учебное задание. Но для EH-101 это детские игрушки. Это один из супервертолетов нового поколения, которые берут приступом небеса 21 века. Сикорский S-92. NH-90 производства NH Industry и Augusta Westland EH-101. Этот американский вариант EH-101, известный как US-101, ВМФ США выбрал в качестве нового президентского вертолета. Получив название «Марин-1» и став летающим овальным кабинетом, он будет совместным творением трех фирм — Augusta Westland, Bell Helicopters и Lockheed Martin. Это будет самый настоящий супервертолет. Но каким бы совершенным он ни был, полетом любого вертолета управляют три главных компонента. Это правило трех. Главный винт, двигатели и хвостовой винт. Чтобы вертолет мог лететь, эти три составляющие должны работать сообща. И вот чего может достичь правило трех.
EH-101 перемещается в воздухе словно колибри. Колибри весом в 15 тонн. И именно потому, что такие вертолеты, как EH-101, способны делать то, что недоступно другим воздушным средствам, способны летать туда, куда больше никто не сможет полететь, способны забираться туда, куда никак иначе не доберешься, мы теперь зависим от них. Но когда хотя бы одна составляющая правила трех дает сбой, эти летающие машины превращаются в машины смерти. В обычных условиях полет на вертолете лишь чуть-чуть опаснее, чем полет на обычном самолете такого же размера с неподвижным крылом. Но мы создали вертолет не для того, чтобы он решал простые летные задачи. Он создан для работы на передовой риска. И иногда мы требуем от вертолета слишком многого. Простая, но загадочная истина заключается в том, что вертолет — это летающая машина, которая не хочет летать. То, что он вообще летает, сродни механическому чуду. Пол Бивер — специалист по вертолетам и пилот. Вертолет, сидящий на земле, скорее способен уничтожить себя, перевернувшись и смахав лопастями в воздухе, чем лететь. Первая составляющая вертолетного правила трех — это главный винт. Самолет с неизменяемой геометрией крыла летает, потому что воздух естественным образом обтекает крылья при движении самолета вперед. Его буквально тянет вперед по воздуху. Винты вертолета действуют как вращающиеся крылья. Когда воздух проходит между ними, винты поднимают вертолет, увлекая стальную птицу в небеса. И главный винт не просто поднимает вертолет, он также двигает его вперед, прогоняя воздух в противоположном направлении. Каждую секунду полета EH-101 его массивный главный винт убирает со своего пути до 45 тонн воздуха. 15-тонное воздушное средство, подвешенное на 5 вращающихся крыльях. Главный винт EH-101 — это чудо инженерной мысли, на совершенствование которого ушли десятилетия. Но хроника винта связана не только с инженерией. Это изобретение, которое изменило историю. Ротор достиг совершеннолетия в военное время и навсегда преобразил наши небеса. Создавать такие вертолеты, как современные супервертолеты, это все равно, что создавать робота, умеющего танцевать. Мы раскрывали тайны вертикального полета почти столько же времени, сколько нам потребовалось для полета на Луну. В 15 столетии, в Италии эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи замыслил летающую машину, крутясь, уходящую в небеса, подобно шурупу, ввинчивающемуся в дерево. Но на пути, ведущем к современным супервертолетам, ученые воспользовались не шурупом, а вращающимися лопастями главного винта. Это первая и самая важная составляющая правила трех, управляющая всем полетом вертолета.
Вначале лопасти ротора делали из дерева. Такая вращающаяся аэродинамическая поверхность обеспечивала подъем, но не более того. Но спустя десятилетия разработок роторы стали более разнообразными, более выносливыми и в конце концов перенесли вертолет с летной галерки на авансцену конфликта. Этот конфликт длился 20 лет. В нем участвовали 3 миллиона американских солдат. Война во Вьетнаме. Вертолет возмужал лишь период войны во Вьетнаме. Именно тогда в одной зоне боевых действий были развернуты сотни, если не тысячи вертолетов. Во время войны во Вьетнаме в небе главенствовал вертолет производства Bell Helicopters UH-1 или Huey. Это был первый в мире супервертолет, первый американский военный вертолет с реактивно-турбинным двигателем и, пожалуй, с самыми мощными роторными лопастями из всех существующих. Когда я впервые оказался в вертолете Huey и потянул на себя рычаг управления, мы словно упали вверх. Такая внезапная сила потащила нас вверх. Это было удивительно. Хотя цельнометаллические винты и прежде устанавливались на вертолеты, толстые лопасти Huey длиной в 13 метров 40 сантиметров установили новый стандарт выносливости. Он мог принять на себя огонь из мелкокалиберного оружия практически с любой стороны, обычно он неплохо выживал. Боб Мейсон — легендарный пилот, ветеран Вьетнамской войны, чья книга «Чикен Хоук» рассказывает нам невероятную историю войны и выживания, историю автора и историю Хьюи. Помню, однажды мне пришлось забирать последнюю партию. Я должен был забрать с собой всех. Все уже были на борту, но был еще один парень, которого, как я считал, мы можем взять с собой. Я не мог бросить этого парня. Его Хьюи был опасно перегружен. У Боба Мейсона был единственный коридор для полета, но ему нужно было лететь прямо на заросли джунглей. Я полетел на эти заросли, надеясь, что наберу достаточное ускорение, чтобы перелететь их. Но мне это не удалось, и пришлось лететь насквозь. Так вот, эта машина может лететь сквозь чащу, срубая верхушки небольших веток своей роторной системой, а за спиной вопят 6 или 7 американских солдат. Да, я люблю эту машину. Если Huey был супервертолетом 20 века, то EH-101 мчится за этим титулом в 21 век. И как и в случае с Huey эпохи Вьетнама, так и с этим супервертолетом, лопасти его главного винта — основная причина его успеха. Но в то время как роторы Huey были цельнометаллическими, сердцевина лопастей EH-101 сделана из бумаги. Благодаря использованию уникальных технологий и таких композитных материалов, как углерод и стекловолокно, эти винты стали намного легче и выносливее цельнометаллических лопастей. Из сердцевины и пористой бумаги в сочетании с усками пены вырезают детали точных размеров. Их оборачивают слоями композитного волоконного материала. Затем запекают в камере высокого давления, чтобы они стали твердыми, как сталь. Отделанные титановой кромкой, эти лопасти полностью готовы к бою. Когда пуля попадает в цельнометаллический ротор, по всей ширине лопасти расходятся трещины. Но при попадании в композитную лопасть, переплетенные волокна вокруг пулевого отверстия остаются неповрежденными. А вот что делает эту лопасть поистине особенной — концевой обтекатель крыла. Эта деталь решила две основные проблемы, преследующие вертолеты. В особенности в бою. Шум винтов, могущие предупредить врага о приближении вертолета. И затемнение, пыльные бури, способные ослепить пилота при взлете и посадке в пустыне.
Для вертолета нет задачи труднее, чем вытаскивать заложников с вражеской территории, в особенности, когда речь идет о пустыне. И среди миссий по спасению заложников нет более злосчастной, чем неудачная миссия 1980 года Desert One по спасению американских граждан, захваченных в Иране. Она стала для вертолета «Адом в пустыне», завершившимся смертью 8 американских военнослужащих. Но если бы эту миссию пришлось выполнять сегодня, на одном из супервертолетов нового поколения, ее финал мог бы быть другим. Одним из серьезнейших изъянов вертолета во время таких спасательных операций, как Desert One, является шум, создаваемый его роторами. Враг может слышать его приближение. Роторный шум создается в основном кончиками лопастей вертолета, рассекающими воздух со сверхзвуковой скоростью. Знакомый ритмичный звук — это в действительности серия звуковых мини-хлопков, вызываемых кончиками винта. И вот здесь лопасти ротора с концевыми обтекателями имеют огромное преимущество. Крылообразная форма позволяет кончикам винта вращаться медленнее, одновременно добиваясь такой же подъемной и тяговой силы. Так как кончики винта не создают эффект сверхзвукового хлопка, пилоты, летавшие в бою на EH-101, говорят, что в полете это один из самых тихих вертолетов. Одна из наших самых главных проблем — это обнаружение. Этот вертолет способен относительно бесшумно подлетать к цели так, что еще какие-то секунды, и мы на месте. Майк Стенгрум — пилот 28-го эскадрона ВВС Великобритании. Он управляет их новейшим приобретением — вертолетом EH-101. Мы можем в одиночку, уверенно и без страха, отправляться на вражескую территорию. Военнослужащие 28-го эскадрона без устали готовятся к спасательным операциям в тылу врага. Своевременность, позиционирование и скорость должны идеально сочетаться. Но ключ к успеху или провалу миссии — это в первую очередь незаметность. Завершающая фаза — вот суть нашей работы. Там может быть враг, там может быть жарко. Если враг услышит их приближение, посадка может оказаться не просто жаркой, но смертельной. Винты с концевыми обтекателями позволяют EH-101 практически незаметно доставлять отряд спасателей по вражескому небу. Давая им преимущество неожиданности в игре не на жизнь, а на смерть. Спасательный отряд находит свою цель. Рапира 1, это Гарвард 01, проверка связи, прием. И вызывает ведущий EH-101, чтобы забрать людей. Гарвард 01, порядок. У нас раненые. Парни, одна минута. Но если бы это была настоящая спасательная операция, и если бы она проходила в пустыне, на подобной миссии Desert One в Иране, вертолету и его пассажирам угрожало бы нечто столь же опасное, как и вражеский огонь.
Песчаные бури, поднимаемые лопастями, затемнение, способное ослепить пилота при взлете и посадке, является главной причиной катастроф вертолета. Но роторы EH-101 с концевыми обтекателями обходятся с пустынными песками так, как того не ожидали даже их разработчики. В отличие от прочих роторных лопастей, лопасти с концевыми обтекателями сосредотачивают основную силу своего нисходящего воздушного потока на внешней кромке так называемого диска ротора, прорезая в затемнение окошко чистого воздуха, что позволяет пилоту видеть землю при посадке. Этот эффект называется эффектом пончика. Пилот летит в этой дыре. У него прекрасная видимость, 90% места посадки. И в критических ситуациях он может вполне легко рассмотреть место посадки. И то, что касается песка, в равной степени касается и снега. Роторы с концевыми обтекателями справляются с белой пеленой так же хорошо, как и с затемнением. Но каким бы совершенным ни был ротор EH-101, он был бы беспомощен без того, что находится у него под капотом и на хвосте. Без мощного двигателя и хвостового винта, управляющего движением, не может выжить ни один вертолет. Правило трех сталкивает физику с силами природы. И когда все элементы работают сообща, вертолет способен на то, что не мог предсказать даже Леонардо да Винчи. Под вращающимися лопастями EH-101 покоится пульсирующее сердце этой летающей машины. 6000 лошадиных сил поднимают 15-тонный вертолет в небо. Второй компонент правила трех. Газотурбинный реактивный двигатель. И он не один. Их у вертолета целых три. Каждый из них величиной с двигатель семейного автомобиля, но сил у него в 10 раз больше. Но тогда как двигатели самолета с неподвижным крылом создают прямую тягу вперед, в вертолете вся энергия уходит на вращение лопастей ротора. Вращающийся ротор, словно гигантский пропеллер, несет вертолет по воздуху. Задача двигателя — поддерживать совершенно одинаковую скорость вращения ротора, несмотря на силу ветра или действия вертолета. Это все равно, что требовать от мотора автомобиля сохранять одинаковую скорость, каким бы крутым ни был подъем. Двигатели не должны глохнуть, они не должны замедляться, они должны поддерживать вращение роторов, какому бы агрессивному воздействию ни подвергался вертолет в небе. И для этого у супервертолетов нового поколения есть двигатели 21 века. Они наделяют вертолет летательной силой, недостижимой для двигателей предыдущего поколения. Двадцать восьмой эскадрон британских ВВС вылетел на учебное задание. Их цель — подкараулить и перехватить мчащуюся машину. Эти люди играют роль убегающих террористов. Расположившись высоко в небе, EH-101 совершает почти вертикальные беги. Они внезапно атакуют. Всего в 15 метрах от земли, летя со скоростью 320 км в час. Затем вертолет демонстрирует непостижимую воздушную американскую горку. Его двигатели, не сбиваясь с ритма, поглощают шоковую нагрузку этого маневра. Вертолет совершает посадку в урагане пыли.
Подобный шок и гроза в вертолетном стиле призваны испугать и сбить с толку цель, которую нужно перехватить, а также позволить схватить и задержать ее группе спецназовцев, которые выскакивают из брюха летающего зверя. Несколько секунд, и все кончено. Осталась только пустая машина и пустое небо. Секрет этого маневра заключается в огромной мощи и компьютерной точности двигателей EH-101. Чтобы разобраться в их работе, посмотрите эти кадры еще раз. В первую очередь, начальные пики. Вертолет падает почти вертикально. Его лопасти вращаются с постоянной скоростью 214 оборотов в минуту, но они почти не отталкивают воздух. Эта часть работы не составляет для двигателей труда. В 15 метрах от земли вертолет выравнивается для атакующего рывка. Роторы немилосердно рвут воздух, отталкивая его в противоположную сторону, чтобы придать EH-101 его максимальную скорость в 320 км в час. Теперь двигателям придется напрячься и точно поддерживать ту же частоту вращения роторов — 214 оборотов в минуту, несмотря на дополнительную рабочую нагрузку. Каждое движение лопастей ротора передается напрямую двигателям бортовыми компьютерами вертолета. Приближается момент, который заставит эти двигатели совершить нечто такое, чего не было ранее. Это невероятная воздушная горка от максимальной скорости до полной остановки и вновь максимальной скорости. Для меня самое сложное — это заставить вертолет развернуться на 180 градусов и сбросить скорость, которая может достигать 290 км в час до нуля на очень коротком расстоянии. Вы поймете, что это очень агрессивный маневр. Главные роторы сражаются с воздухом. Сначала, чтобы остановить вертолет, затем, чтобы развернуть его, а затем, чтобы быстро посадить. Лопасти ротора испытывают колоссальную нагрузку, и она передается напрямую двигателю. Если двигатели заглохнут, как это случалось с двигателями прежнего поколения, 15-тонный вертолет упадет на землю. Но двигатели EH-101 поглощают стресс от американской горки и поддерживают постоянную частоту вращения роторов, выдерживая жесткий поворот на 180 градусов. А если один из двигателей EH-101 будет подбит или сломается, бортовые компьютеры предупредят оставшиеся два двигателя, что нужно восполнить разницу в мощности, дабы позволить вертолету не только продолжить полет, но и продолжить свою миссию. Командир звена Энди Тернер, командир 28-го эскадрона, кавалер Ордена Британской империи. Конечно, на поле боя это серьезная подстраховка и надежность, потому что ты можешь получить боевые повреждения, можешь потерять двигатель, но все равно ты продолжишь свою миссию. Большую часть груза, который поднимали ранние вертолеты, в реальности составляли их тяжелые и не слишком мощные поршневые двигатели. В 50-х годах 20 века разработка более легкого, но куда более мощного газотурбинного реактивного двигателя позволила вертолетам поднимать намного больше груза. Так воздушный гимнаст превратился в тяжеловоза, перевозящего по воздуху до 40 тонн груза. И
И хотя EH-101 не создан быть тяжеловесом, он все же может перевести в своем грузовом отсеке грузовик или группу из 50 эвакуируемых. И что самое важное, три его двигателя, управляемые компьютерами, позволяют ему зависать совершенно неподвижно при ветре, скорость которого превышает 80 км в час. Это критическое преимущество, когда нужно срочно доставить на поле боя целый взвод солдат. В правиле трех, целиком определяющем полет вертолета, главный ротор обеспечивает подъем и тягу. Двигатель — постоянную мощность. Но без еще одной более важной составляющей, даже новейший супервертолет будет бесконтрольно крутиться в небе. Это последний инженерный секрет, который обеспечил успех вертолета. Хвост, который виляет собакой. И когда что-то случается с этой деталью, берегись. Плохая погода, высокооктановое топливо. 15-тонный вертолет завис над палубой военного судна, вышедшего в море. EH-101 британских ВВС будет заправляться, не садясь на корабль. Это один из самых сложных маневров, каких можно требовать от вертолета, и мало от кого его требуют. Но супервертолеты созданы именно для таких очень рискованных операций. Они экономят ценное время, которое ушло бы на посадку для заправки. Командир королевских ВМФ Ник Кларк, командир вертолетного отряда «Мерлин». Его ключевая роль — это защита войск, оставаться в воздухе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, выискивать наводную угрозу со стороны судов и подводную угрозу со стороны подлодок. Во время заправки EH-101 поддерживает точно контролируемое зависание. Его мощные газотурбинные двигатели приводят в движение 5 самых совершенных лопастей из когда-либо созданных, неподвижно удерживая его в воздухе. Но направляет его все ближе и ближе к судну и ждет подачи топливного шланга, третья составляющая правила трех, определяющего полет вертолета, вращающийся хвостовой винт. Судно весом в 5000 тонн и 15-тонный вертолет теперь соединены топливным шлангом, в котором легко воспламеняющееся авиационное топливо. Здесь нет места для ошибки. Но EH-101 не колышется в воздухе. Благодаря точному управлению своего хвостового винта. Хвостовой ротор совершенно необходим для полета вертолета. Если хотите, это хвост, который виляет собакой. Заправленный EH-101 отправляется на задание для испытания одной из основных боевых функций, для которых он создан — охота и уничтожение вражеских подлодок. EH-101 обнаруживает и выслеживает подлодку с помощью своего сложного и совершенно секретного бортового сонара. Он сближается со своей целью и зависает на месте. Затем он погружает в воду самый жуткий кошмар для подлодки — сложный многоэлементный опускаемый гидролокатор. Под поверхностью воды это подводное прослушивающее устройство раскрывается подобно высокотехнологичному зонтику, ловя вражескую подлодку в локационную сеть. Если бы это были не военные игры, а реальная ситуация,
Загнанная в угол подлодка подверглась бы потенциально смертоносной атаке, попав на прицел одной из четырех наводящихся торпед «Стингрей» из арсенала EH-101. В нем также могут быть сложно устроенные глубинные заряды, равно как и противолодочные ракеты для предельно малых высот, способные подбить вражеский корабль. Но чтобы одержать победу в этой военной игре, EH-101 полагается на свой хвостовой винт, который направляет его по небу. Задача хвостового винта — уравновешивать и контролировать мощную вращательную силу, которую создают лопасти главного ротора EH-101. Главный ротор хочет вращать корпус вертолета в одну сторону, а хвостовой ротор гонит воздух в противоположном направлении. Контролируя объем воздуха, выталкиваемого хвостовым ротором, пилот использует его в качестве руля, чтобы направлять вертолет по небу. Из всех преград, которые пришлось преодолеть конструкторам первых вертолетов, пожалуй, самой сложной задачей было предотвратить вращение вертолета вокруг оси своего главного ротора. Первым решением были два ротора, вращающиеся в противоположных направлениях. Затем возникла система двойного ротора, в которой вращение одного комплекта лопастей компенсировало вращение другого. Так был найден ответ, который наделил такие вертолеты, как Boeing Chinook, большими подъемными способностями по сравнению с большинством однороторных машин. Но именно разработка концепции хвостового ротора наконец придала вертолету уникальную воздушную ловкость. Мы можем выбирать, в каком направлении лететь, куда лететь, в каком темпе лететь. Хвостовой и главный роторы исполняют танец Давида и Голиафа. Но потеря хвостового ротора — это худший вариант событий для пилота любого вертолета. Одна из вещей, которых пилоты боятся больше всего, — это потеря управления хвостовым ротором или власти над хвостовым винтом, как ее называют. Иными словами, если этот хвостовой винт будет шалить, вы не сможете лететь по прямой, вертолет будет шатать, и, к сожалению, мы часто видели, как это приводит к катастрофе. В случае сложных спасательных работ или эвакуации на неровной местности, хвостовой ротор особенно уязвим. Из трех составляющих, удерживающих вертолет в воздухе, это обычно находится наиболее близко к земле. Вот почему хвостовой винт EH-101 расположен высоко на его хвосте, более чем в 2,5 метрах от земли. Каждый опытный пилот знает, что, потеряв управление хвостовым ротором даже на мгновение, можно запросто потерять контроль над вертолетом и, возможно, свою жизнь. Когда крутящийся вертолет устремится навстречу катастрофе. И тогда составляющие, удерживающие вертолет в воздухе, крошатся о землю, буквально избивая себя и пассажиров до смерти. Но часто крушения вертолетов случаются тогда, когда мы требуем слишком многого от этих уникальных летающих машин. Им поручают очень опасные задания. Мы просим их делать то, на что не способны другие воздушные средства. Например, подняться на вершину Эвереста и забрать с высоты 6400 метров раненого альпиниста, или отправиться в око урагана и вызволить людей, попавших в идеальный шторм. Вертолеты могут спасать людям жизнь. Так их можно доставлять в больницу быстрее, чем как-то еще. Мы ставим вертолеты в экстремальные условия просто потому, что больше никто не может выполнить их работу. Вертолет может пробить брешь в урагане и спасти мужчин и женщин, которые иначе будут обречены на гибель. Вертолет может сразиться с лесным пожаром в самом центре огненного пекла, атаковав его водой там, куда не отважатся отправиться ни люди, ни машины.
Он может стать воздушной каретой скорой помощи, спасателем быстрого реагирования, когда минуты, даже секунды решают вопрос жизни и смерти. Вертолет — неоспоримый покровитель раненых и больных. Когда случается такая катастрофа, как цунами в Южной Азии, в результате которой миллионы людей оказываются среди разрухи, где нет дорог и аэродромов, только вертолет может принести им с небес помощь и спасение. Это была одна из крупнейших воздушных перебросок в истории. Тысячи тонн гуманитарной помощи доставлялись в самые недоступные уголки Земли, спасая жизни тысяч мужчин, женщин и детей. Такие супервертолеты новейшего поколения, как EH-101, расширяют границы вертикального полета. Но есть еще одна составляющая, благодаря которой все это действительно возможно. Человек в кресле пилота. Чтобы управлять движением вертолета в воздухе, требуются обе руки и обе ноги и совершенная уверенность в своих действиях. И в случае с супервертолетом ценой в десятки миллионов долларов, ошибка недопустима. Мало найдется занятий сложнее управления вертолетом в воздухе. Говорят, что если ты можешь с закрытыми глазами подпрыгивать, одновременно гладить свой живот по часовой стрелке, а свою голову против часовой стрелки, тогда ты можешь управлять вертолетом. Именно пилот вертолета превращает простую машину в ангела-спасителя или в орудие возмездия. Правило трех. Главный винт, газотурбинный двигатель и хвостовой винт позволяют вертолету летать. Но кто-то все-таки должен управлять им. В конце концов, все сводится к пилоту. И я думаю, что это должен быть исключительный авиатор. В полете вертолет в любой момент может смещаться вверх или вниз, в стороны, двигаться вперед или назад, или сочетать буквально все эти движения. Нужна уникальная координация и концентрация, чтобы просто удержать вертолет в воздухе. Массимо Порро командует эскадроном номер один итальянских ВВС «Летающая акула». Он демонстрирует удивительную связь между хвостовым ротором и лопастями главного ротора. Обе руки управляют главным ротором. Левая рукоять перемещает вертолет вверх и вниз. Правая рукоять перемещает его во всех остальных направлениях. Обе ноги управляют хвостовым ротором, изменяя угол наклона лопастей, чтобы направить машину туда, куда нужно пилоту. У нас есть педали, которые направляют лопасти хвостового винта в направлении, противоположном крутящему моменту главного винта. Это позволяет нам вести вертолет в желаемом направлении. Но это нужно делать весьма скоординированно, потому что в сравнении с самолетом с неподвижным крылом, вертолет обладает врожденной неустойчивостью. Но когда вертолетное правило трех удается обуздать, нам открывается зрелище, от которого захватывает дух. Это все равно, что утром надевать костюм, который делает из тебя супермена.
Ты уже не летаешь, ты становишься машиной. Но современные супервертолеты — это уже не просто вертолеты. В кабине этого EH-101 британских ВВС находится сложный командный центр. Он может руководить сражением на суше и на море. Он может запускать самые современные воздушные снаряды, чтобы уничтожать подлодки или вражеские корабли. Он может проводить разведку и электронное наблюдение. Современные супервертолеты столь технологически развиты, что даже способны летать сами. Мощные бортовые компьютеры EH-101 управляют одной из самых сложных систем автопилота из всех, что ставились в летательные аппараты. Автопилот даже может сделать так, чтобы этот 15-тонный вертолет завис на высоте в 12 метров и двигался параллельно плывущему судну, да так, что пилоту вообще не нужно будет прикасаться к рычагам управления. В бою автопилот может во многом взять на себя сам полет, а пилот сосредоточится на цели миссии. Но в конце концов, мозгом машины все равно должен быть человек. Каким бы мудреным ни был автопилот, только человек может посадить EH-101. Вот почему у пилотов для подготовки существует свой виртуальный мир. Один из наиболее совершенных тренажеров на планете. Внутри этой стальной сферы диаметром 7 метров 30 сантиметров находится точная копия кабины EH-101, дополненная графикой высокого разрешения. Гидравлика под управлением компьютеров точно имитирует движение вертолета в полете. Поверьте мне, элемент страха присутствует, когда ты рядом с судном, когда ты ночью в слякоть пролетаешь последние 800 метров до летной палубы, а судно бросает и качает, и тактическое освещение минимально. Мне точно было очень страшно в вертолетных тренажерах, потому что они такие реалистичные. Если по правде, я подозреваю, что вылезал из кабины бледный и дрожащий. Примерно 5 миллионов долларов стоит наделить одного пилота навыками, необходимыми для того, чтобы выпустить его из этой компьютерной игры высокой четкости в реальный мир. Но когда ты летаешь на вертолете ценой в 100 миллионов долларов, нельзя допустить, чтобы он упал. Поэтому в комнате управления тренажером инструкторы разрабатывают для пилотов кошмарные сценарии, экстренные ситуации, которые слишком опасны для того, чтобы воспроизводить их с настоящим EH-101. Мы можем симулировать серьезную поломку основных систем и аварийную посадку. Пожалуй, самое сложное — это работать при отказе основных систем, продолжить полет и вернуться на судно, до которого больше 300 километров. Может быть, на двух двигателях с отказавшими системами навигации. Тренировки никогда не прекращаются. Даже самым опытным пилотам нужно набирать необходимые часы на тренажере, чтобы поддерживать свое мастерство в управлении EH-101. Они не считают себя элитой, просто везунчиками. Отцу вертолета Леонардо да Винчи понравилось бы летать на этом вертолете. Прямо видишь, как он говорит. «Ну, что я вам говорил? 500 лет назад я вам говорил, что это возможно. И вот он, идеальный вертолет». The
Эпоха вертолетов еще молода, но она удивительна. На войне, в мирной жизни, в минуты трагедии, туда, куда не отваживался летать ни один самолет, летали вертолеты. И теперь наука вертикального полета обрела, пожалуй, свое наивысшее воплощение. Пришло время супервертолетов. Продюсер и автор сценария Гаррет Харви. Монтаж Пипа Макбрайт. Оператор Стив Коклин. Производство National Geographic Television and Film.